Всем здорово, народ! Сегодня в данном видеоролике мы будем активировать новые бесконечные рабочие промокоды в игре Stand of 2. Ну а с тебя по традиции лайк, подписка с колокольчиком, ну и конечно же твой топовый комментарий. Не забывай запасаться чаёкой, печенюшками, усаживайся поудобнее. Желаю приятного аппетита всем, кто пьет или кушает, ну и всем приятного просмотра. Хочешь получить рабочий промокод на нож Stand of 2? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал с колокольчиком. И сразу, как только у меня появится рабочий промокод, я тебе его скину. А также все рабочие промокоды я буду постить в нашем телеграм-канале. Поэтому, если ты не хочешь пропустить, то подписывайся на телегу и включай уведомления. Ссылка на телеграм-канал есть в описании. А если у тебя нет телеграма, то скачай его и зарегистрируйся. Ну а если ты хочешь получить сразу нож, тогда поделись этим видео с друзьями. Посмотри это видео до самого конца и не забывай подписываться. Фейрис, всем привет! Сегодня мы проверим с вами просто неимоверное количество промокодов из ТикТока в Stand of 2. Я выбирал реально такие самые прям хорошенькие промокоды из таких недовольно популярных видосов, потому что, чтобы они еще, возможно, не были все активированы. Ну и также, ребята, авторы этих промокодов утверждали то, что это бесконечные промокоды, которые не имеют просто количество активаций, где бесконечное количество активаций. Мне кажется, это вообще просто трэш какой-то. Мы сегодня это все с вами проверим. И, конечно же, по традиции, ребят, как обычно, не забудьте влепить свой лайк под видос, потому что чем больше лайков, тем больше у них мотивация стараться для вас. Не забудьте подписаться на канал с колокольчиком, потому что чем больше подписчиков, тем опять же больше мотивации стараться для вас выпускать больше новых годных видосов. Ну и также, ребят, не забывайте описать добрые, позитивные, самые лучшие креативные комментарии под это видео, потому что комментарии я все читаю, все лайку, а если вы что-то задали, какой-то вопрос, то я сразу с радостью просто на него отвечу. Ну и, ребят, не забываем то, что все рабочие промокоды, которые я нахожу, я сливаю где правильно, ребята, в нашем с вами телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал находится в описании, переходи, подписывайся, там происходит раздача промокодов каждый день, поэтому если ты сегодня подпишешься, то ты уже сможешь сразу же забрать рабочий промокод. А сейчас еще тем более там происходит конкурс, там проходит, ребят, конкурс на 100 рабочих промокодов Stand of 2 на ножи, поэтому переходи, смотри закрепленный пост, участвуй. Ну и собственно, ребят, что у нас? А у нас сегодня первый промокод на что? На Kunai Luxury, ребята. Я думаю, все понимают прекрасно, что это за скин, это реально крутой нож Kunai Luxury, поэтому давайте мы сейчас проверим, рабочий ли это промокод или нет. Ну а перед этим, ребят, давайте я вам объясню, как вы сможете с легкостью определять, где рабочие промокоды, а где промокоды, которые 100% никогда вообще не сработают. Ребят, все довольно просто. Если вы видите где-то промокод, в котором есть нижнее подчеркивание, либо же тире-дефис, или же есть хотя бы одна маленькая английская буква, то такие, ребят, промокоды никогда в жизни не сработают. Или же, ребят, если вы где-то увидели промокод, вот как бы вот как он, допустим, и должен быть, большими заглавными буквами английскими, могут быть цифры также. Но если там есть, ребят, пробел, то такие промокоды тоже не сработают никогда вообще в жизни. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы это запомнили, потому что так вы сможете вообще просто по одному, просто вот по одному мгновению определять те промокоды, которые смогут работать, а сразу же каких-то левых фейковых промокодов, ребят. Не, первый промокод у нас на Kunai Luxury, выглядит он таким вот образом, в принципе, как бы, да, вроде как понятно, но только меня смущает три одинаковые буквы G посередине, поэтому, ну, давайте проверим, ребят. Промокод не найден, это значит, что этот промокод реально какой-то оказался фейковый. Он никогда вообще, ребят, не существовал. Что мне, собственно, вот что-то внутри меня подсказывало это. Kunai Luxury, ребят, не сработал. Следующий, ребят, у нас на Aquair Night Fury. Aquair Night Fury, мне вот даже интересно, что это такой за скин. Интересненький, да? Aquair Night Fury. Сколько он стоит? А, 100 голды. 100 голды, ребята, он стоит. Вот такой вот скин, такой прикольный, с такой реально крутой расцветочкой. Офигительно, офигительно, ребят, так хорошо. Давайте проверим, ребята, таким вот образом. Вставили промокодик. И, собственно, нажимаем применить. И у нас промокод уже активирован. Ребят, если написать, что промокод уже активирован, это значит, что этот промокод когда-то давно работал. Он не фейковый, он не выдуманный. Просто на нем закончилось количество активаций. Но автор этого промокода нас все равно обманул, потому что он говорил, то, что этот промокод, то, что все вообще вот промокоды, которые я брал, авторы этих промокодов утверждают, что они реально бесконечные, ребят. Ну, все равно, как бы, с их стороны есть какой-то такой обман. Следующий, ребят, промокод у нас на бабочку Butterfly Black Window. Это бабочка, наша бабочка. Я думаю, ну, Black Window, как бы, все видели, такая черная. То есть она тоже так дорого стоит. Крутая бабочка, крутой скин. Поэтому давайте проверим вообще, что работает, не работает ли этот промокод. Мне аж самому интересно.
собственно, ну что, ребят, даже вам применить, поехали. И промокод не на один. К сожалению, то есть это был просто какой-то выдуманный, ребят, промокод. То есть такого промокода никогда вообще не существовало. Следующий у нас, ребят, промокод на FAMAS FURIA. А FAMAS FURIA — это, если я не ошибаюсь, что-то реально крутое, правильно? А давайте это проверим. FAMAS FURIA. 200, ну почти 300 голды. То есть это у нас арканочка. Офигительно, офигительный скин. Очень крутой. Собственно, ну давайте посмотрим, ребят, что он вообще из себя представляет. Нажмем применить и промокод кушать. Ой, ребята, ну капец, ну реально, на FAMAS FURIA могли просто активировать промокод, но, к сожалению, активации уже закончились. Ну то есть это реально, это не фейк промокод, он не выдуманный кем-либо там, знаете, это был реально рабочий промокод, но просто уже закончились активации. Хорошо, ребят, хорошо, бывает. Следующий у нас промокод на Flip Frozen. Это что у нас? Это у нас тоже, по сути, нож, правильно? Правильно. Вот таким вот образом выйдет данный промокодик, ребят. Че, посмотрим, вообще работает он или нет. Собственно, не буду долго затягивать, томить. Просто нажимаю применить, и промокод не найден. То есть это был с самого начала какой-то выдуманный, вообще какой-то фейковый промокод. Ну, в принципе, понятно. Следующий, ребят, промокод у нас на AVM Genesis. Поэтому AVM Genesis, так, это у нас, по-моему, что-то мега-супер-пупер крутое, насколько я помню, ребят, и не ошибаюсь. Так, AVM. 300 голды, ну 260, да, 300 голды. Офигительно, ребята, офигительно. Крутой скин, очень крутой скин. Собственно, о чем? Ну, хорошо, я нажимаю, собственно, сюда. Если не так, вставляю этот промокод. Лучше, ребят, посмотрим, имел ли он вообще, и как работает, он не работает. Возможно, он вообще никогда и не работал. Хорошо, ребят, даже применить, и промокод уже активирован. Да как так-то, ребят? Но это был реально рабочий промокод. Это был реально рабочий промокод, но его уже так дьявол активировал. Черт возьми, конечно, немного опоздали, ребят. То есть это был реально рабочий промокод. Ну ладно. Следующий, ребят. Ого, следующий промокод, внимание, на 5000 голды. Вообще что? 5000 голды, вы можете себе вообще представить? Это овер дофига, ребят. То есть, что вы понимали? За 5к голды, мне кажется, можно себе такой не силы инвентарь, ребят, собрать. Ну реально. Ребят, напишите мне, куда бы вы потратили 5000 голды в комментариях. Потому что, ну, 5к голды — это жесть как много, это реально дофига. Поэтому напишите в комментариях, куда бы вы потратили такое количество голды. Ну а мы с вами уже нажимаем применить и смотрим, что из этого всего дела у нас выходит. Итак, понятно. Ну, что-то мне подсказывало, что-то мне просто, блин, подсказывало то, что это был с самого начала какой-то еще фейковый, какой-то такой, знаете, промокод, который, ну, на 5000 голды. Ну, мне кажется, ну, это понятно, то, что это был вообще какой-то разводняк. Ладно, хорошо, ребят. Так вот, у нас сегодня получился видосик. Ребят, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на канал, писать добрые позитивные комментарии, ведь большая активность от вас что означает? Это означает то, что я вот буду для вас больше выпускать крутых каких-то видосов, в том числе и проверку промокодов, радовать вас новым контентом. Ну и не забывайте, в первую очередь, то, что все рабочие промокоды находятся в нашей с вами телеграм-канале по ссылке в описании, поэтому там каждый день происходит раздача промокодов на ножи. Вот ты можешь сегодня перейти, прямо сейчас перейти, подписаться, и ты сразу заберешь нож. То есть ты можешь активировать промокод на нож. Поэтому, ребят, залетайте, смотрите закрепленный пост, потому что там конкурс на 100 рабочих промокодов. Обязательно участвуйте, уже совсем скоро будем подводить итоги. Ну и всем, конечно же, спасибо большое за просмотр. Всем пока.